Здорово, геймеры! Сегодня самый актуальный вопрос Fortnite: как же получить секретный скин Дэдпула? Именно об этом сегодня я вам и расскажу. Поехали! Как вы все знаете, в штабе стоит секретный компьютер Дэдпула, где отображаются текущие испытания. И сейчас там появилось испытание 7-й недели, которого раньше там не было. И обратите внимание, что неважно, как до этого вы выполняли испытания, у меня после 4-й недели сразу пошла 7-я неделя. В этом испытании вам предлагают найти 2 пистолета, что проще парень на репы, и зайти в любой туалет. Именно это мы и сделаем. Итак, заходим в предложенную телефонную будку, и как вы видите, когда мы наводим на нее прицел, нам сразу предлагают стать Дэдпулом. И из этой будки мы уже выходим с новым секретным скином, который позже добавится нам в основной инвентарь. Ой, тут турелька, ну ее нахуй. И теперь после того, как вы зайдете в свой инвентарь, вы увидите, что у вас появился секретный скин Дэдпула. И отвечаю сразу на следующий вопрос. Будет второй скин Дэдпула без маски, который пока что заблокирован. Как его найти, я вам расскажу немного позже. И обратите внимание на компьютер Уэйда. Там сейчас появилась 8-я неделя, которая пока что нам недоступна. Что же мы получим после испытаний 8-й недели? Это до сих пор остается загадкой, и как только я узнаю, что это, я вам обязательно расскажу. Ну а на этом все, мои дорогие геймеры, и не забывайте про наш розыгрыш. Как только мы с вами набираем 100 подписчиков на канале, мы с вами разыграем 1000 V-баксов в Fortnite. Ну а пока что подписывайся на канал, чтобы ускорить розыгрыш, пиши свои комментарии, что тебе понравилось, не понравилось или что ты хочешь увидеть в будущем, и ставь лайки. Пока!